Сестра певицы Жанны Фриске Наталья призналась, что столкнулась с мошенничеством. В личном блоге она рассказала, что ее пытался обмануть заключенный. Накануне с блогершей связался мужчина и представился другом ее сестры. Под этим предлогом он попросил у Натальи 130 тысяч рублей. Когда Фриске попыталась пристыдить заключенного, он рассказал о своих мотивах. А оказалось, что на зоне мужчине скучно и требуются деньги. На этом общение заключенного и Фриске не закончилось. После он предложил ей стать его девушкой фразой «Выхожу через 7 месяцев, может, замутим».